Институт Министерства внутренних дел и Воронежская епархия заключили договор о сотрудничестве. На торжественной церемонии соглашения подписали начальник Института МВД Александр Нахимов и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Сотрудничество епархии и Института МВД призвано воспитывать в учащихся духовность и нравственность, а также привить им любовь к русской культуре. Как было замечено на церемонии, эти качества особенно необходимо развивать в будущих стражах порядка. Насколько народ будет доверять и любить полиции, я думаю, что очень много будет значить в укреплении нашего общества вокруг президента, вокруг органов власти, вокруг нравственных идеалов, которыми руководствуется наша жизнь. Мы должны об этом не забывать. График совместных мероприятий епархии и института уже находится в разработке. В знак взаимоуважения стороны обменялись подарками. Владыка вручил полковнику полиции книгу об истории русской церкви, а митрополиту была подарена копия фрески «Тайная вечеря».